Всем привет, друзья! И сегодня у нас на канале «Играем в куклы Сирочка Инфо» выходит классное и интересное видео, где Сережка будет делать красивый макияж нашей Эмилинки. Ну что, Эмилинка, ты хочешь быть красивой? Посмотри, у нас на столе все необходимое. Сейчас твои губки будут розовыми, и они будут блестеть. У нас есть детский фруктовый блеск для губ. Угадай, какой вкус? Клубника, молодец! Ты же любишь клубничку? Ну что, открываем? Сережа, ты готов делать макияж? Готов? Посмотрите, как блестит наш блеск для губ. И он в таком флакончике в виде бабочки. Начнем с губок. Открываем. Держи кисточку и макай. Вот так. Давай я тебе помогу. Эмилинка, повернись-ка. Вот как блестят наши губки. А как пахнут красиво. Розовым цветом. Да, круто. Давай и ты сделай. И ты. Да, Сережка, да. Вот. Вот так. Ну что, закрываем наш блеск для губ. Покажем ребятам, какая красота получилась. Видите, ребята, наши губки блестят. Посмотри, у нас здесь есть зеркальце. Ну как? Полюбуйся. Ты красивая? Красивая? Чего-то не хватает, правда? Ты хочешь иметь румяные щечки? Посмотри, у нас есть розовая румяна. Открываем? Давай. Ой, Сережа, как интересно, что же получится у нас сегодня? То есть у него... Бери кисть, Сережа, и макай вот сюда. Ну. Взял. Ну что, смотри, у нас кисть розовая. Давай еще чуть-чуть. И... Ой, посмотри. Посмотри, щечка, она из розовенькая стала. Повернись, и давай эту щечку сделает тебе Сережка. Давай. Сережа, посмотри, какая у нас Эмилинка уже красавица. Супер, тебе нравится, Эмилин? Посмотри в зеркальце. Давай, ты пока любуйся, а мы тебе накрасим глазки. Выбирай цвет, здесь у нас есть... Черный, темно-фиолетовый, бирюзовый и фиолетовый. Красивый такой, как розовый. Какой ты выберешь? Это светло-фиолетовый, вот. Как розовенький. Хочешь светло-фиолетовый? Ну давай. Поближе к Сережке, чтобы Сережка смог помакать вот сюда. Вот этот цвет, вот. Вот так, я тебе макнула, а уже ты, давай, наносить тени нашей Эмилинке. Эмилинка, закрывай глазик, вот так. Молодец, Сережка, молодец. Ну, второй глазик красить будем, да? Давай. Больше тени нам не понадобится. Румяна немного еще понадобится. Сейчас узнаете для чего. Закрывай глазик. Ничего себе, у тебя глазики фиолетовые. Щечки румяные, губки блестящие. Прикольно. Мне очень нравится твой макияж. Легкий и детский. А как пахнет. Эта косметика пахнет фруктами. Не знаю, как вам, Сережа и Эмилинка, но здесь пахнет очень вкусно. Сереж, ты почувствовал,
запах блеска. Почувствовал? Я почувствовала. Красота! Ну ты, Сережа, и стилист. Хорошо ты делаешь макияж. Посмотри, как у нас Эмилинка блестит. Красотка! Тебе нравится? Ты доволен своим макияжем? Доволен? И я довольна твоим макияжем. Ну а ты, Эмилинка? Красивая ты? Посмотреть поближе хочешь? Сейчас я тебе открою зеркальце. Вот. Ну как ты думаешь, ты красивая? Красивая? Посмотри, я Эмилинке понравился макияж, который ты ей сделал. Одевай сосочку. Не будешь? Хочешь всем своим подружкам показать, какой макияж сделал тебе твой братик? Мы с вами прощаемся, а вам понравился макияж, который сделал Сережка Эмилинке? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал YouTube. Пока-пока, мы вас всех очень любим!